Время суток, дорогие друзья, с вами Рось, это канал Early Game и рубрика Gameplay Let's Play. Давно у нас не было этой рубрики, ребятки, знаю, каюсь. Сегодня у нас игра под названием Dark... Что в переводе? Темный лес или черный лес, кому как удобно, короче, так и переводите, не знаю. Загуглите, в общем, как это будет правильно. Начинаем играть. Я за эту игру знаю только то, что она вышла совсем недавно, а это значит автоматом она попадает в нашу рубрику, и в общем мы сейчас посмотрим, что это вообще. Я ни разу в нее не играл, вот сейчас вот как запустил, вот сразу с пылу, с жару, прям видите, вот все профили новые, ничего такого нового нету. Нажимаем новый, сложность, не знаю, нормальная, высокая. Смерть необратима. Нормально. Индиего контент. Включится дополнительный, но не связанный со вселенной игры контент. Нет, не надо мне со вселенной игры. Все, играть. Выиграть в бета-версии очень сложной игры. Релиз полной версии состоит уже 17 августа. А, ребят, уже 17 августа. Хнык-хнык-хнык. Я нашел только бета-версию. В общем, помните, что текущая версия Darkwood не предназначена для обзоров. Вы можете обнаружить ошибки от мелких деталей до крупных багов, препятствующих игровому процессу. Если вы обнаружите... Короче, хорошо, пилот будет доступен. Если вы не в восторге от вышенаписанного, дождитесь полной версии. Не хочу это больше читать, не хочу и не буду. И что-то не доделать обзоры можно. Можно. Пролог. Не знаю, будет ли здесь какая-нибудь озвучка, не знаю. В их глазах я вижу ненависть и страх. Ребятки, я буду вашим голосом в этой игре. Сейчас пафосно буду читать. Будто это я виноват в распространении заразы. Будто это я источник всех несчастий, опустошающих эту землю. Меня нигде, мне негде от них спрятаться, некуда убежать, лес перекрыл все пути к отступлению. Мы обречены. Собственно, это я. Ребята, эта игра не предназначена для обзоров, потому что это бетка, поэтому обязательно, блин, учтите это. Нас разработчики предупредили, я иду против них, но... Ребята, если игра годна, то она годна, и если это бетка, то это бетка. Мы все это прекрасно понимаем, что могут быть какие-то баги, какие-то недоработки. Господи, ну мы все простим. Мы все простим. Тем более, кому я нафиг всрался со своими несчастными, ненакрученными 80 людьми, хотя я своих подписчиков люблю, и обязательно ставьте лайки, если вы хотите выхода новых видео по новым играм, по старым играм, по Imperial Glory и так далее. Обязательно ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии, это очень важно. Так, значит, управление, вот что-то у меня такое с ногами веселое. Значит, управление у нас, соответственно, ВСД, это мы, в общем, ходим. Вот можно стульчик, вот стул, можно левая кнопка, я его беру и могу его вот так вот нести, но почему-то с ним я поворачиваться не могу. Самогонный аппарат, осмотреть. Самодельное устройство для перегонки самогона. Окейюшки. Мышкой, кстати, мы крутимся по сторонам, соответственно. Стол, обыскать. Мой старый блокнот и таблетки. Давайте, значит, возьмем таблетки и возьмем блокнот старый. Найден блокнот. Что-то тут на нем как-то можно... Нет, я думал, можно как-то его что-то с ним сделать. Ну, как оказалось, нельзя. Что это? Выносливость. Объем легких увеличился. Это, наверное, потому что мы... Ага. Shift это бегает, соответственно. Забаррикадированное окно. Разобрать. Нет, собственно, не хочу. Это что? Деревянная дверь. Открыть. Чик. А-а-а, смотрите, комнаты... В генераторе кончается бензин. Нужно раздобыть полную канистру. На восток от дома я видел разбитый трактор. Может, там что-то осталось.
Это типа мой дом, как я понимаю, да? Давайте дверь закроем. Стол. Мои инструменты, которые не дезинфицировать уже много лет. А, которые не дезинфицировались. Местным пациентам и так уже ничего не поможет. Жаль, инструменты такие симпотные, скажем так. Так, что-то цепи какие-то. Это что, я сам себя приковывал? А, это клетка. Клетки. Вот это раз пустые. Клетка. Ну, понятно, вот это раз пустые. Хорошо. Что тут? Вы можете взаимодействовать с объектами, которые находятся на определенном расстоянии от вас. Расстояние обозначается имеющим цветом индикатора. Радиоунитра. Уже много лет в эфире царит тишина. Только иногда мне кажется, что сквозь шум слышны голоса. Добренько. Хорошо. Лампа. Ага. А мы ее выпечем, чтобы генератора-то нет. Так, самогон. Быстро перегнанный самогон, почти не фильтрованный. Тряпка, доска, спички, мой медицинский справочник и ключ. Им я открою парадную дверь моего дома. Найден ключ. А что, остальное все не могу взять? Вот, смотрите, могу. И тряпку могу взять. И самогончика. Сэм обязательно нужно брать. И спички 15 штук. И медицинский справочник. Ой-ой-ой, что это такое? А, типа, мол, какие-то эти. Надо сейчас почитать, если это возможно. Обязательно надо почитать. Хорошо, все, с этим все ясно. Так, давайте пойдем дальше. Какие-то звуки. Деревянная дверь закрываем. Тут у нас что? А, это тайник. Так, я смотрю. Замок давно заклинило. Плевать, я и так складировал там только бесполезный хлам. Ну, папаша, давай это как бы мы будем решать, да? Там хлам, не хлам. Не надо вот это вот. Я бы лучше ее не открывал. Я приложил слишком много усилий, чтобы его там запереть. Кого его, блядь? Кого его? Дай посмотреть-то. Ладно, хорошо. Инвентарь. Есть какая-то тут кнопка, чтобы открыть инвентарь? Тап, что я делаю? Что ты делаешь? Что это было? А, я понял. Рюкзак типа. Понятно, хорошо. Что тут вообще кнопки делают? Пробил что-то делает? Нет. У меня нет никаких способностей. А что, какие-то могут быть способности? Не знаю, нажимаю тап, он что-то там ковыряется. Не могу понять, что он там делает. Наверное, рюкзак открывает. Потому что, видите, панель дополнительная появляется. Короче, пусть роется. Если оно глупое, то пусть оно пусть роется. Ну, короче, все кнопочки понажимал, ничего такого здесь нету, ладно. Выходим, в общем, на улицу. Это заперто. Ключ я вроде стоял в шкафу. Если возле курсора виден плюс, нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть меню действий с этим предметом. А, зажимаешь левую кнопку, забаррикадироваться, использовать, открыть. Ага, хорошо. Так, выходим на улицу. Это что, Жигуль лежит? Наверное, моя копейка, которая у меня когда-то была. Только у меня была белого цвета. Так, что ты такое, пес? Моя псина, наверное, уже не выкарабкается. Нужно ей помочь. А как же я ей помогу-то? Сломанный колодец обыскать. Веревка. Так. Забираем ее. Ну, я... Когда-то она была роскошью, но с тех пор, как все дороги заросли, она стала бесполезной грудой железа. Так, что тут можно? Обыскать. О! Народная трибуна. Ежедневная газета Польской Народной Республики. Господи, это что, игра про поляков? Как я сюда вообще попал? Обалдеть. Я-то думаю, что не так? Блин, это игра про поляков. Ах, вы гребаные. Ах, обалдеть. Ах, кошмар. Деревянная кукла. Без лица. Деревянная кукла без лица. Извиняюсь за оповещение на телефоне. Мой прокол. Так. Псине никак не могу помочь. Псина-то не виновата, что она с поляками-то была.
Ладно, вернемся к обзору игры, ребят. Что-то я очень на поляков отвлекся. Люди как люди, хорошие ребята, все молодцы. Так, давайте побегаем немного. А, бачите, 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 смотрите. Белая полоска сверху, это моя выносливость. Она у меня тратится, когда я бегу на ускорении. Так, дверь, наверное, на всякий случай давайте закроем. Вот так. О, древесина, смотрите, обыскать. О, доски-то хорошо. Доски нам нужны. У меня уже есть их 9 штук. Гвоздь. Наверное, с помощью гвоздя, молотка и доски можно будет баррикадироваться. Правда, я гений? Так, что тут у нас? Пенек. Ну, он нам не мешает. Это окна забаррикадированы мои разобрать. Разобрать баррикаду все равно, что совершить самоубийство. Короче, тут какие-то то ли зомбаки должны быть, то ли какие-то злые дядьки, не знаю. Ладно, давайте, в общем, это, как я понимаю, мой круг обзора. Управление такое, в принципе, можно привыкнуть. Оп, велик. Черт, не могу его осмотреть. Это что, топор лежит? Да, топор. Топор — это хорошо. А, я хочу его взять себе в руки. О, это я понимаю уже. Это я понимаю уже какой-то прогресс, скажем так. Ага. Если оружие находится на панели быстрого доступа, нажмите правую кнопку мыши, чтобы приготовиться к нападению, и левая, чтобы нанести удар. Опа. Ясно. Опа. О, дерево можно долбить. Класс. Это реально круто. Деревья растут слишком быстро. Если еще чуть-чуть, я перестану успевать их рубить. Скелет коровы. Капкан. Смотрите. Капканы. Капканы. Нужно быть осторожной. Их в лесу полно. Я их подберу. Так. Кость коровы. Труп коровы, точнее. Обыскать. Тут есть кость. Хорошо. Так. Здесь у нас что? Левый shift, чтобы бежать. От кого бежать? Я никого не... А, это ветки двигаются, я думал, кто-то есть. Так, хорошо. Открыта новая локация, дорожка. Заиграла какая-то музыка странная. Такая интересная игра, чем-то цепляет. Хоть она и про поляков. Лес закрыл все входы и выходы. Мне никто не может... Никто не может пробраться в эту чащу. Ну, никто кроме нас, ребята. Открыть карту нажмите М. Ага. Ваше местоположение не отмечено на карте. Когда вы обнаружите новую локацию, она будет нанесена на карту. Маркер локации, в которой вы в данный момент находитесь, помечен красным цветом. Чтобы не потеряться, вам нужно научиться определять свое местонахождение относительно открытых локаций и характерных мест. Понятно. Ладушки. В общем, я пару раз порубил топором, и он у меня начал портиться. Мне это не нравится. Упавшее дерево. Вот это получается оно. Значит, соответственно, вот. Да, я нахожусь здесь. Хорошо, уже лучше. Неплохая игра, ребят, мне очень такая прикольная. Так, чтобы быстро принести предмет из одного инвентаря в другой, нажмите левый Ctrl или левый Shift. Вот так тогда, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, хорошо. Так. В этой части леса очень темно, мне нужен факел. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь и создание предметов. О, крафтинг. Ребят, здесь и крафтинг есть, и все дела. Блин, класс. Классно, классно. Так, все, вот еще. Пустая стеклянная бутылка. Ага, мы потратили один самогончик, короче. Мы сэм один потратили. Сейчас я возьму факел. Зажег. О! В общем, мы потратили одну бутылочку Сэма, тряпочку и этот, и сделали из этого факел. Так, будем смотреть, что тут у нас. В этой части леса забор. Давайте перелезем. Зажигай факел, дружище. О, заброшенный дом. Вот, хорошо. Идем дальше. Бог ты мой, это кто-то к дереву привязан.
тела. Еще пару дней его полностью абсорбируют. Одежда. Обыскать. Пусто. Одежда. О, тряпка. Тряпка пригодится на факел, это я понял. Ты что, тоже одежда? Тоже тряпка. Берем, конечно. Шкаф. Еще тряпка. Тряпок. Тряпок мало не бывает. Ой, какой-то... Смотрите, ноги человека и... Ну, низ человека. Кусок человека, кусок оленя. Господи, что здесь происходило вообще? Какая-то такая страшная игрушечка. Что это было? Это я наступил или кто-то рядом? Смотрите, опять тело этого и вверх. Какие-то тут... Какие-то больные ублюдки здесь были однозначно. Я не знаю, идти дальше, не идти. Игра определенно стоит того, чтобы в нее поиграли. Как я понимаю, уже вышла полная версия. Обязательно купите ее в Стиме или где она продается. Не поддерживайте пиратов, хотя я сам это делаю. Но, ребята, я верю в то, что вы сознательные игроки, геймеры, и купите эту игру. Или и скачайте на торренте. Ну так, между нами. Хотя торренты запретили. Это плохо, торренты — это плохо. Так, продолжаем двигаться. Продолжаем двигаться. Так, я вижу, кому-то плохо. Это, похоже, еще дышит. Мужчина без сознания. Обыскать. Большой металлический ключ. Если где-то есть вход из этого, выход из этого, этот ключ наверняка его откроет. Хорошо. Так, что, значит, гость. Давайте я гость, наверное, выкину. Возьму у него ключ. А, все. Это было... Вот, может, был не образ. Он без сознания. Раньше я здесь его не видел. У него при себе только ключ и какой-то дневник. И если он как-то сюда попал, значит, должен это как отсюда выбраться. Конечно, по собственной воле он мне не поможет. Но это... Что, он самогон колет? Уже не имеет значения. Сейчас, наверное, две бутылки Сэма ему в вену. Я должен выбраться из этого проклятого леса. Слышишь, крысеныш? Господи, что он делает? Покажи мне, как, и я отпущу тебя. Иногда я слышу ее голос. Она зовет меня к себе. Просит вернуться домой. Где выход? Где? Покажи мне где. На, получи. Лещей тебе. Поляк сраный. Получи еще. Ой, что-то я переборщил. Я прихлопну тебя как муху, если это будет нужно. Нормально, мы так его обработали руками. Подонок украл мой ключ. Обалдеть, я теперь из-за этого играю? Вот это поворот. Ребята, вот это поворот. Ладно, на этом, наверное, мы заканчиваем эту нашу серию, потому что, наверное, так вышла очень большая. Всем спасибо за просмотр, с вами был Росси, подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайки, следите за Imperial Glory, ребята, будем развивать второй сезон, хоть он и очень сложно пошел. До скорых встреч, всем пока.